Для стримеров, кто постоянно стримит на YouTube и OBS Studio, я хотел снять такой короткое видео. В общем, я часто снимаю такие короткие видео, просто опыт от работы на OBS Studio. Он у меня установлен на Windows 10. Вот, но у меня то ли компьютер поломался, вот единственное, что у меня видео не работает, то есть вот эта оцифровка видео, или как она называется, не работает QSV hardware, и мне приходится записывать на X264 software. Вот, ну что еще нового? Вот это именно показать вам, что это десятка у меня. Это сегодняшнее число. Февраль. 9 февраля 2024 год. Вот. А, ну интересно, что я обычно всегда соединял вручную OBS Studio с YouTube. И сегодня я решил воспользоваться Wizard'ом, и Wizard предложил вот это соединить YouTube RTMPS. Но он сначала всегда Twitch предлагает в основном, потому что наиболее популярный среди, ну, подростки, они вот играют на OBS Studio в Twitch, записывают игры. Но я переключил на YouTube RTMPS и тоже Wizard мне предложил соединить, ну, свой аккаунт в YouTube, в Google и скопировать ключ для стрима. Вот. И я все это сделал, как Wizard предложил. И он еще там, ну и он мне, в общем, такой он установил. Ну, вот видите, он немножко отличается. Он мне какой-то... Почему-то у меня вот тут студия оказалась прямо подсоединена. Вот. И еще здесь вот этот чат. Чат. YouTube чат. Вот такие две примочки. Их обычно... У меня раньше их не было. Но я уже так соединял. Просто хотел поделиться, что вот если... С Wizard'ом как-то удобнее, быстрее подсоединить. И можно свой аккаунт подсоединить. Ну, только у меня это заняло, ну, немножко дольше, чем обычно. Потому что у меня двойная аутентификация с YouTube'ом. И, ну, я сидел вот с телефоном, подтверждал, что это я вошел в аккаунт. Ну, вот такие, вот так он на сегодня, вот так он у меня работает. Ну, вот, в общем, все видео.